это общая полоса. Глава Дмитровского городского округа Илья Поначевный на встречу с жителями деревень Бородино, Кунисниково и близлежащих населенных пунктов для продуктивного диалога пригласил заместителя председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Александра Стручева и директора Государственного автономного учреждения Московской области научно-исследовательский и проектный институт градостроительства Дмитрия Климова. До жителей довели информацию по прохождению трассировки автомобильной дороги северо-восточный обход города Дмитрова, которая утверждена постановлением правительства Московской области. Надо отметить, что встреча получилась эмоциональной. И вопрос прохождения автодороги северо-восточный обход Дмитрова обсуждался очень оживленно. И переживания жителей можно понять. Поэтому в ходе встречи были рассмотрены основной и альтернативные варианты проекта дороги, которая призвана разгрузить основные магистрали не только города, но и округа в целом. Все активные и неравнодушные жители смогли задать свои вопросы и озвучить проблемные моменты. Все мнения жителей были выслушаны и внесены в протокол. На все поступившие вопросы будут даны официальные письменные ответы. Соответственно, а кто будет